одна линия родственников-то у меня были с Украины, в Столыпинскую реформу им давали подъемные, там совершенно там кучу денег. Достаточно много земли, там, по-моему, 15 гектар на мужика давали. И бесплатно совершенно, естественно, землю. Они вот обозами шли с Украины и где-то в Омской области осели, начали сеяться быстренько. Ну, сколько вот это освобождение? 50 лет было всего, Столыпинская реформа и того меньше. Вот, и они успели до советского периода настолько хорошо обжиться своим трудом, естественно, что их потом уже посчитали кулаками, как они говорили, окулачили. Да. Большая, ну, за счет того, что большая Ну. семья была, много пацанов было, то есть было кому работать. Работали хорошо, стали жить, соответственно, и потом пришли коммунисты, они просто всех парней выгребли в ссылку, и там все сгинули, все погибли в ссылке. То есть там люди, естественно, мерли как мухи. Вот. А вот единственной девке удалось спастись, она просто босиком добежала до города, да, там как-то устроилась на фабрику, и вот как бы вот эта вот линия родовая с украинской крови, она как бы вот у меня вот от этой девки идет, которая, которой удалось выжить таким образом.